Наш очередной собеседник, представитель розничной сети Greenwich, город Павлодар, Казахстан, Иван Деймонд. Иван, здравствуйте. И мой первый вопрос. Насколько применим опыт России в Казахстане? Я думаю, он применим по одной простой причине, что Россия на сегодняшний день в ритейле идет на несколько шагов впереди, и поэтому я думаю, мы можем у них учиться. А насколько актуален обмен опытом, навыками здесь, на конференции? Я думаю, данная конференция – это очень интересный и правильный опыт. Он помогает обменяться знаниями, получить новые знания. И что-то, я думаю, будет однозначно применено в нашей дальнейшей работе. Сегодня многие собеседники говорят о том, что идет невероятно открытый диалог между участниками конференции. Вы довольны открытостью мероприятия и участников? Да, я доволен по одной простой причине. Говорятся интересные цифры, интересные факты, методологии, концепции, то, что можно применять в дальнейшей работе. В течение конференции много раз рассказывали о том, что в Казахстане ритейл очень сильно меняется в сторону футуристики. Помните, рассказывали про магазины, которые подстраиваются под современного покупателя. Насколько актуально в Казахстане вот так живо реагировать на покупателя? Я думаю, в Казахстане первоначально нужно несколько научиться конкуренции, сделать ее более открытой, более доступной. И потом, я думаю, да, вполне возможно, что новые форматы будут приживаться и достаточно интенсивно. А с какой целью вы приехали на эту конференцию? Самая главная цель? Самое главное – это завести новые знакомства, обменяться опытом и, возможно, принять участие во франчайзинговой сети «Хороший выбор». Спасибо за откровенные ответы. Еще раз отмечу, что рядом с нами был категорийный менеджер розничной сети Greenwich, город Павлодар, Казахстан, Иван Деймонд.